Маша достает шарики. А что там еще есть? Ну, свечки у нас есть, свечки. Свечки пускай новые лежат у нас, понадобятся на потом. Это что? Это флажки. Ну, флажки можно будет летом делать. Да? Трубочки. Ты хочешь из трубочек попить? Чай? Ну, хорошо. Шпажки это мы когда будем на праздники на какие-нибудь делать, можно будет шпажки. А это коктейльные палочки. Из них пить нельзя, ими размешивать можно. Тоже можно потом. Мама. Все? А, 5. Ну, 5 это просто так положили. Когда Ване будет 5 лет, мы Ване будем, да, делать цифру 5? А ну, все. Надувайте шарики, сейчас будем пить чай. Мы еще достали вот такие вот, у нас кулек шариков есть. Тарелочки, покажи Машке хотя бы с шариками. Потом колпачки Маша попросила. И вот эти вот трубочки. Мам, колпачки Маша нам надевает? Почему она вам может дать колпачки тоже? Аккуратно, резиночки. А, так они с мордашками. Смотрите, какая мордашка. Вот так вот одевай, натягивай резиночку. Натягивай, натягивай вниз резиночку. Не бойся, она тебе не больно будет. Ваня, подожди, я тебе помогу. Натягивай резиночку. Не, давай, 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 давай. Вот так. Давай. Ваня, посмотри на меня, какая у тебя. Ай, какая красота. У тебя потом покажу на видео. А у Маши какая? Какая? Сейчас фоткаемся все вместе с колпачками. А там другая. А, там веселее есть, там они все вообще разные. Мама, хочу купальники. Ну, потом. Красавцы. Сейчас я вас всех сфоткаю. Всем привет. Всем привет. Да. Маша, расскажи, что ты сейчас делать собралась? Распаковывать куколки. Не, ну мы их уже на канале распаковывали. На канале Влог Рукодельниц, по-моему, там мы их распаковывали. А может, и здесь, я уже не помню, где, ребята. Если что, напоминайте, где. Короче, Маша вчера я обещала куклу подарить. Но занесли мы их сегодня. Она знала, что это ее кукла, она лежит. И Марине она, да, сразу занесла. Покажи, каких. У них будет по 2 куклы. Потом Оксана себе выберет еще одну, если захотят. Там резиночка, кстати, выпала. Вон, 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 вон. Вон, вон, вон. Давай распаковывай. Аккуратно доставай. Там, видишь, все валится. Аксессуары. Смотрите, какие ноги большие, туфли. Это вам не обычная Барби. Кстати, дорогие друзья, мы хотим на канале разыграть одну из кукол. Да? Среди наших подписчиков. Давай покажем, какая. Вот эту вот Маша себе выбрала. Ученицу такую. С гольфами, с такими классными. А Марине ты какую занесла, покажи. Я наугад была. Просто какую, какая попалась, такая попалась, даже не заглядывала. Я надеюсь, что в шубе. Нет? Угадала. Шуба другая. В шубе. О, классно, вот это вот я хотела Марине, да. Мама. Вот так. Машу у нее лица не видно. Вот так. Шляпу забери. Вот такая вот кукла в штанах. Сумка с шубой. Такая. Марин, тебе нравится? Да. Да. Сумка и аксессуары, также обувь. А достань кеды, пожалуйста, я покажу, какие кеды. Потому что мне тут как-то писала женщина, покажите, какие кеды и сколько примерно они сантиметров. Ну, я не знаю, но вот у меня, если по пальцу смотреть, видите, как вот он объяснить. Ну, вот такие вот кеды. Огромные. Да, машинка? Классные куколки, нам нравятся. И дети у меня довольны очень. Все. Вот такие вот куклы распечатали. Коробку положила бы ей сразу в коробку. Что ты? На, Марина, бери. Ты, Маша, довольна? У Маши уже 2. У Маши еще там бантик, что ли, какой-то, да? А это куда лепится? Не, это, наверное, куда-то прилепляется. Мама, туфли другие тоже. Ну-ка, дай посмотреть. А, он отклеился. Ну, это потом можно будет сделать, ничего страшного. Мама. Какие тут аксессуары есть? Подожди, Марина. Аксессуары. Резиночек. Он еще... А, ну это этот же бантик. Духи, расческа. Вот такая вот сумочка. Туфельки. Ну, в каждой кукле разные. И розовые туфли. Ну, тут хотя красные надо. Марина, у тебя желтые, да, туфли? Тут красные надо туфли. Надо посмотреть в других куклах. А, еще вот такое вот зеркальце. Якобы зеркальце, имитация. Ну, вот такой вот набор. Ой. Мама,
Так что вот так. Ты довольна, муж? Вот такие вот дела. Все, Маша одевает сразу пиджак на свою куклу. Так, привет, мои хорошие. У нас день. Я хочу суп варить. Суп закончился, поэтому надо его сварить. Я уже почистила картошку и морковку. Я не знаю, даже как там подсадить. Ну вот, короче. Капусту достала. Хочу с сосисками, с капустой. Что-то такое, короче, сварганить. Морковку уже почистила. Мы сегодня, кстати, достали вишневый компот. Пьем. Это если что. Только вам, наверное, ничего не видно будет, да? Ну ладно, ничего страшного. Писали, пользуюсь ли я вот этой вот дощечкой, которую мне подарили, да, пользуюсь. Пользуюсь, ребятки. Еще как. Так. Еще как пользуюсь. Сейчас буду картошку нарезать. Затопила уже печку. Там немножко макарон осталось. Хочу их обжарить с яйцом сейчас. Света собирается, ей на танцы надо идти. Надо было Маше на танцы идти. А она со школы пришла, легла и уснула. Я ее не стала будить. Пускай выспится ребенок, спать хочет. И все еще спит. Уже Катя с Оксаной пришли со школы. Поели и сидят все играют. Кто что делает. Так что вот такие вот дела у нас. Вот такие вот дела. В Инстаграм я выставляла фотографии по поводу Машиного заказа. Писали, надо было костюмы какие-то хорошие, теплые заказать, что вы все летнее заказываете. Ребят, там ничего, когда мы Маше делали заказ, там вообще почти ничего не было. Там мало что было. Там были костюмы, но они все маленькие. Там до 8 лет. А если вам помнится, то Маша уже 11. И ростовка 128 это не ее. Так что ничего страшного, мы в следующий раз закажем. А эти костюмы она сама себе выбирала, они ей очень понравились. Она хочет что-то на лето, потому что мы планируем как бы на лето уехать в другой город на месяцок. И поэтому она вот все пока их заказала. Планируем. Ну, пока еще не факт, что куда-то поедем. Но как бы дети хотят. А там посмотрим. Так что вот, Ваня, что ты делаешь? Что у тебя там опять всякие шарики катаются? Света собирается. Ну, я уже говорила, на танце. Все, уже забылась, про что говорила. Ой, господи. Да, по поводу... Я знаю, что сейчас будет вопрос задавать букета. Видео это будет, конечно, будет задавать. Кто-то... А потише нельзя? Нет. Не знаю. Кто подарил? Какая разница? Все равно очень благодарна этому человеку. Желаю здоровья, всего самого хорошего. Ребенок весь вечер просто были эмоции. Мама, это, говорит, мой первый такой букет. Это, говорит, так приятно. Я говорю, ну вот, видишь, приятно сделать можно. Вот такие вот дела. Я подарила ребенку серебряный кулон, цепочка и браслет. Она хотела носить, она пока боится, что потеряет. Почему, не знаю. Кулон она просила именно с буковкой со своим именем, буковка М. Там был большой выбор, но мне понравился вот этот вот кулончик, потому что там мелкие-мелкие камешки есть. Да, он дороговатый был кулон, но зато он красивый. Цепочка серебряная на 50, по-моему, сантиметров. Так что вот так. Браслет 16 размера. На, Мася, на. Мася пришла, тут картошку опять порежу. Поэтому вот так вот, дорогие друзья. Я картошку режу, если что.
Ладно. Ближайшие дни, надеюсь, подключим уже нормальный интернет, и будет у нас нормально все, и будем видео загружать по 2 в день. Будем стараться. А вы оставайтесь с нами и поддержите нас. Всем спасибо за ваше понимание. Готовим кушать. Дорогие друзья, сварила суп с лагманом. Ну, вот это вермишель, это лагман. Где она? Вон там. Где-то, короче, там. Да, вот здесь вот лучше видно. Видите, это лагман, когда-то светофоры была. Это я тебе налила. Добавь себе еще сам. Так что вот так вот. Всем, кто кушает, короче говоря, всем приятного аппетита.